всем привет, на телеканале ТКВ ТВ, и сегодня снимаю четвертую серию. Давайте начинать. Все, мне пора. Быстрее, кучер. Или кто-то. Быстрее залезайте, мэм. Ой, все, увозите меня, увозите отсюда. А я так и не встретила принца. Конечно, мы вас увозим. Догнать ее, догнать. Сынок, я догоню ее. Прости, дорогой, но, к сожалению, она сбежала. Что? Так, все прислуги, немедленно разыскать ее. Да, да, мистер, мы сейчас ее сию минуту отыщем. Быстрее, я сказал. А, я тут быстрее пока что. Быстрее, если вы ее не найдете, вас казнить. Да, 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 конечно, конечно, ваше величество, конечно, конечно. Простите, к сожалению, бал отменяется. Что, что, что? Просим всех уйти из зала. Ой, ну блин, мы не стали принцессами. Ой. Ну вот. Девочки, не расстраивайтесь, доченьки. Вы найдете нового себе принца. Во-во, может, он просто не заглядел нас. Но ему понравилась какая-то странная девушка. Так и она еще выглядит очень похожа, но на кого я не могу припомнить. Да, что-то знакомое лицо. Наверное, какая-то суперзвезда. Я не знаю, кто она. Но она все испортила нашу карьеру, да, девочки? Да. Да. Поехали домой, там все будет нормально. Пойдемте, девочки. Этот принц нас разочаровал. Да, мама. Ой, посмотрите, Золушка еще в зале копает. Золушка. Да, да, мам. Знаешь, на балу было идеально. А, ты же это не видела. Так. Немедля раздень моих дочерей и накорми их. Ты поняла? Да, мэм. И еще кое-что. Пожалуйста, принеси газету какую-нибудь. А, о, конечно, сейчас. Сначала их накормить. Да быстрее же! А, ваша юбочка слинит. Конечно. Разумеется. Сейчас я сама вот этот сбил. Так, я пошла к себе. Еще мне с тобой возиться тут не хватало забот. Ты, Золушка, знаешь, что надо сделать, чтобы я была счастлива. Ты же знаешь, да, знаю. Тогда иди, иди. Иду. Девочки, вы не хотите поесть? Конечно, хотим. Принц от меня ушел. Почему-то от тебя, от меня, от меня. Девочки, давайте одевайтесь. Немедленно поднеси мне расческу. А нам еще вешалки. Хорошо, девочки. Ох, как же хотелось бы мне быть принцессой. Ну, это мечтали. Девочки, я уже несу вам. Ну, быстрее. Да, да. Вот ваши расчесочки, девочки. Вот, держите. Ну, все, я переодеваться, я тоже. Ну, все, не переоделась, теперь надо расчесать гриву, я пошла. Неси нам немедленно завтрак, да, завтрак. Хорошо. Еще это отвези, да, девочки. Ой. Надо расчесать гриву. Ну все, кажется, идеально. Ой. Сейчас. Вот надо расчесать гриву.
почти готово. Ой. Так, вот эту гриву. Все, я идеально выгляжу. Так, давай. Я сейчас тоже должна расчесать кончик свой. Все. Пойдем ждать, пойдем. Может быть, сейчас он наконец-то еду нам принесет. Ага. Золушка, быстрее иди сюда. Или мы маме расскажем, что ты опять опаздываешь. Золушка! Ой. Золушка! Быстрее сюда иди. Я уже бегу, девочки. Бегу. Так, вот. Кушайте, пожалуйста, я заберу вот это. Быстрее. Ням-ням. Кушайте, приятного аппетита. Спасибо. Хоть за что-то. Мадам, ну чего тебе, Золушка? Выстрелила? Что? Ой, ты что, не заметила, неряха? Ты не видела здесь пятно, не видишь? Какое пятно еще? Покажите, пожалуйста, его мне. Сейчас. Ну вот, ты что, разве не видишь? Смотри, какое пятно. Ой, извините, сейчас отстираю его. Быстрее. Надо было всегда ей так пачкать белье, чтобы отстала от меня. Золушка, быстрее! Да, конечно. Давайте я заберу у вас еду. Быстрее, да, забирай, фу. Вечером. Ой, спать уже хочу, надо снимать ободочек. Ой, не мой. Ой, ложиться спать. Доброй ночи, мам. Доброй ночи. Ой.